подвести итоги прошлого года и наметить вектор дальнейшего развития. Заместители директоров школ встретились во Дворце детского творчества на семинаре-практикуме проекта «Профтренд». Педагогам предстояло определить перечень специальностей, с которыми предстоит познакомиться школьникам в рамках нового сезона профессиональных проб. Чем больше детей мы вовлекаем в профориентацию и самоопределение, чтобы ребенок понимал уже, чем он будет заниматься, когда вырастет, тем лучше, конечно, для детей. Лазерные фокусы, химический кроссворд, опыты головоломки с чертежами, тест на знание правил этикета. Кураторы проекта «Профтренд» предложили педагогам самим пройти станции атомного квеста, в котором с большим удовольствием участвовали школьники в прошлом учебном году. Наши специалисты, ведущие и молодые, заинтересованные, они представляют в очень необычном свете свою специальность. И у ребят тоже трансформируется вот это вот понимание и видение специальности. Сегодня сложно найти школьника, который бы не участвовал в интересных встречах проекта «Профтренд». Квесты, мастер-классы, встречи и дискуссионные клубы. Благодаря различным форматам проекта ребята смогли лично пообщаться с представителями любимой профессии. Чем точечнее целевая аудитория, чем точнее попадание и интерес детей есть к той или иной профессии, тем содержательнее встречи в дискуссионном клубе. Все события «Профтренда» в этом учебном году пройдут в едином формате – профессиональные пробы. По итогам семинара практикума был определен набор специальностей, с которыми познакомятся школьники. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».